Приветствую, друзья, сердечно. Ну, выставка сейчас проходит там в Лего. Такие отзывы очень хорошие. И профессиональные художники такие отзывы хорошие дают. Да, вот вы знаете, завтра видео все будет смонтировано, а я выставлю. А вот завтра, кто хочет еще туда попасть на выставку, пожалуйста, напишите по телефону Тамаре Зиновьевой, которая все это затеяла, художник, искусствовед, но выдающаяся личность, конечно, я ее очень люблю, поэтому напишите ей, нет, позвоните ей по телефону, я вам сейчас скажу этот телефон, потому что вот мой друг Аксенов поехал вчера и попал не на Нижнекисловский, а на какой-то другой переулок, Кислозаводский, что ли, какой-то, и потом он оттуда не звонил. Ну, в общем, короче говоря, вы, если объявление видели, смотрели, Нижнекисловский переулок, а вот Тамара мне написала, если у ваших товарищей будут трудности с попаданием в Лего, можно позвонить мне по телефону плюс 7 916 47 48 149, и заодно и привет передайте. Да, вот так вот. Интересно, да, у меня вот осталось несколько картин, а все остальные я туда передал, наиболее интересные. А здесь вот я хочу вот из этой истории Адама и Евы, там где-то вот плод древа познания добра и зла, где-то изобразить. А помните, когда дьявол ее искушал и говорит, съешь плод. Она говорит, отец не велел. Она, дьявол тогда сказал, а знаешь, почему не велел? Плод с древа познания добра и зла. Знаешь, почему не велел? А почему, спросила Ева, станете как он. О, видите, как интересно. Так что, друзья, просвещение полезно, да, и там как раз-таки наш такой уважаемый Острецов, дорогой мой друг Игорь Николаевич выступал тоже, да, вот завтра посмотрите на видео все, я поставлю, хорошие слова сказал, так что спасибо большое, друзья, мы друг друга все поддерживаем, потому что мы люди, а человек по природе творец. Вот так вот. До встречи.